На токарном станке изготовлены эти шары с додекаэдрами внутри. Додекаэдр – это 12-гранник, одно из пяти тел Платона. Самый большой шар имеет наружный диаметр 89 мм, и в нем выточено 10 додекаэдров друг в друге по принципу матрешки. Такой же шар диаметр 89 мм разрезан, и додекаэдры извлечены наружу. Здесь 6 додекаэдров. Этот шар имеет наружный диаметр 39 мм, и в нем выточено 6 додекаэдров. Такой же шар разрезан, и 6 додекаэдров извлечены наружу. Выточен шар диаметра 39 мм, в котором расположен додекаэдр. Этот шар имеет наружный диаметр 18 мм, и в нем выточено 7 додекаэдров. Этот шар имеет наружный диаметр 9 мм, и в нем расположено 5 додекаэдров. Самый маленький шарик имеет наружный диаметр 4,5 мм, и в нем выточено 3 додекаэдра. Также выточены 2 додекаэдра. Этот додекаэдр имеет сферу, описанную сферу с диаметром 4,5 мм. Внутри додекаэдра выточено еще 2 додекаэдра. А вот этот додекаэдр имеет диаметр описанной сферы 2,5 мм. В нем также выточено 2 додекаэдра. Также выточен шар с узором, представляющим собой 12 равномерно расположенных 5-лепестковых цветков.